Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас из Уфы, стрён нефтяник, столица Башкортостана. Это значит, что продолжается 32-й тур Мелбет первой лиги. Матчи здесь против Уфа, против КамАЗа, но и непосредственно возле него. Эмиль, я приветствую тебя. Приветствую, Артём. Да, действительно, нас с вами ждет интересный матч с точки зрения турнирной интриги. И посмотрите, как ошибается Кэтрин Карп, и все это может плохо закончиться для Уфы. Но Азбулат Камкоев успевает рукой выбить мяч из-под ног Ильнура Батырдинова. Ну что? А затем успевает добежать Азбулат Камкоев до этого мяча и начать атаку. Играет под левую, неплохой навес, и мяч в воротах! Счет открыт, не обложение вне игры, нет никаких других нарушений, и мяч защита. Уфа выходит вперед на 14-й минуте первого тайма. Я думаю, ни у кого таких сомнений не возникнет, а не удар по воротам. Действительно, так и есть. И фактор еще и солнца, которое бьет прямо в лицо сейчас. Ты помнишь, на чемпионате мира был момент, когда Роналдо там уже лежа на газоне, и все их успевают начать кинуть Текесетуру. Это может быть опасно. Сухов штрафной покатил на Мартининова. Добить! И в любой момент все может качнуться в другую сторону. Вот здесь Молтянинов не смог по мячу как следует попасть. Может исполнить этот стандарт. Удар! Очень хороший удар от Евсеева. Ну что, не зря Евсеев прогонял врачей из поля. Еще один хороший опасный момент сейчас. Будет и... Ну сколько же можно транжирить моменты, Эмиль? Объясни, что происходит. Ну рано или поздно, я думаю, что Уфа за такую расточительность может быть наказан. Откатил налево Голубеву. И неплохой навес у Голубева получился. Еще один удар. Это хотя бы удар в створ. Наконец-то попал в створ ворот. Кстати, КамАЗ переходит в атаку. Удар по воротам от Юрия Кириллова. Один забитый мяч в этом сезоне у капитана КамАЗа. Гаглоев очень остроумно сыграл, а вот... Хотел сказать, что подача у Махамда не получилась. Но все это привело к опаснейшему моменту. Что будет делать Никитин? Никитин бьет сам. Сильный удар в нижний угол. Не точно. Шамкин бьет и... Азбулат Камкоев в очередной раз демонстрирует свои вратарские навыки. Очередное классное спасение. А вот Мартинес! И головой добивает Голубев. Здесь Мамин спасал свои ворота, получил повреждение. Что, Алексея Смирнова в таком случае ждем на поле. Мешать здесь сопернику, сделать подачу штрафную, но она случилась. И первый удар по воротам в этом матче у Артура Рустамян. Отличный шанс был, но удар шел в угол, недостаточно, конечно, он был сильным. Был удар Абрамова. Ой-ой-ой, Шамкин! И Камкоев спасает Уфу. Булат Камкоев уверенно выходит. Так оно и вышло. Да, там много было затяжек времени. И все! Финальный свисток, Сергей Цыганок фиксирует победу Уфы в домашнем матче со счетом 1-0. Над КамАЗом из набережных Челнов. По-настоящему выстраданная, вымученная, трудовая победа.